Друзья, они великолепные. Всем привет! И добро пожаловать на канал Эллинстар! Мы очень рады вам, друзья! И в этом видео мы вам покажем, как сделать баттер-слайм из легкого пластилина! Как вы уже увидели, мы подготовили легкий пластилин разных цветов. И сегодня у нас будет очень интересное видео. Оставайтесь с нами, смотрите видео до конца, и вы узнаете, как же сделать баттер-слайм из легкого пластилина разными способами, чтобы он точно получился воздушным, легким и пушистым. А какой из этих способов лучший, выберите вы! А что мы будем добавлять, вы увидите в этом видео. А сейчас самое время подписаться на канал и нажать на колокольчик. За это мы будем вам очень благодарны, если вы поможете нам набрать 10 тысяч подписчиков. Давай быстрее начнем! Давай. Для первого способа я выбираю такие цвета. Розовый, еще один розовый и беленький. Итак, их распаковываем в тарелочку. А я для второго способа выберу такие цвета. Желтенький, зелененький и кремовый, наверное, такой нежный. Тоже распаковываю в тарелку. Готово! Теперь мы будем их смешивать. Они прикольные. Так нравится пожмякать. Цвета хорошие получаются, яркие. Вау, у меня такой красивый цвет розовенький. А у меня салатовый. Чуть-чуть подхрустывает. Вот такие цвета у нас получились. Как на мой взгляд, красивые. Очень. Теперь мы будем добавлять ингредиенты. Алинка в один способ, а я в другой. Я, наверное, первое добавлю водичку. Так. Я тоже добавлю водичку. Водичка размягчает легкий пластилин. Второй ингредиент моего слаймика будет шампунь. А у меня пенка. Можно добавлять любую пену или любой шампунь, желательно густой. Пока что хватит. И мне достаточно. Перемешка. О, у меня все в пене. Благодаря пене наш баттер-слаймик становится воздушнее. Я добавлю еще немножко шампуня. Смотрю, как у Алины красиво, поэтому хочу тоже сделать пенку. Думаю, я сейчас добавлю еще чуть-чуть воды. Добавь и мне, пожалуйста. Окей. Ребята, они такие приятные на ощупь. Угу. Обязательно делайте слаймики вместе с нами. У меня слаймик почти готов. Он такой воздушный, прикольный. Обожаю баттер-слаймы. А давайте добавим еще наши слаймики немножко крема для рук. О, давай. Видите, какой у Алины слаймик стал большой? Ага. Достаточно крема? Да. Конечно, можно не добавлять, но... Можете по желанию добавлять или не добавлять. Точно, это не обязательно добавлять. Но мы добавили. Мне слаймик стал очень вкусно пахнуть. Да, это потому что у нас крем для рук приятно пахнет. О, какой он приятный, классный. Смотрите. Ребята, какие они классные, крутые. Обалдеть. Очень прикольные. Да, рецептики наши два сработали отлично. Что первый, что второй. Так что можете повторять.
И эти слаймики заслуживают вашего лайка. Вот такие вот получились у нас слаймики. Видите, вот этот слаймик розовый, он немножко уже подтаял. Он более мягкий, тающий. А этот в кучке, потому что здесь нету пены. Друзья, они великолепные. Ребята, если вы любите баттер слаймы, ставьте лайк под видео. Пишите в комментариях, какой слайм вам больше понравился. А те, кто еще не подписался, скорее подпишитесь на канал Эллен Стар. Помогите набрать 10 тысяч подписчиков. Мы вам будем очень благодарны. Друзья, мы вас всех очень сильно любим. Всем спасибо и всем пока!